Здравствуйте. Я благодарен, что многие сегодня пришли на семинар. Я благодарен, что по милости Господа Бога мы можем проводить семинар. А также благодарен, что многие люди меняются через Евангелие, которое мы передаем.

Итак, проходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа.

Женщина-самарянка говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот его?» Иисус же сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вожажит опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать во век. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Когда мы читаем Библию, мы можем видеть, что Библия очень подробно описала сердце человека. Сначала, когда я читал Библию, я думал, что в Библии есть просто истории. Но чем больше я читал Библию, я увидел, насколько глубоко описано сердце человека в Библии.

Знаете, на самом деле люди рождаются, учатся, но мало людей, которые знали бы себя. Я в моих глазах. Вот у меня такая группа крови. У меня такой рост. Я окончил такую школу. Конечно, подобные вещи мы можем знать хорошо. Однако, насколько человек может хорошо знать о себе, очень плохо знают себя. Поэтому, как делают люди, они начинают по-своему оценивать себя. Но когда человек оценивает себя, он дает высокую оценку. Человек, который достоин 100 баллов, думает о себе, что он стоит 200-300 баллов. Конечно, это небольшая проблема. Но человек, который достоин 100 баллов, есть те, которые дают себе миллион баллов, 100 миллионов. Тогда у таких людей обязательно будут возникать проблемы. В этом мире люди по-своему ведут свою жизнь. Я где-то на протяжении 10 лет работал с заключенными в тюрьмах. Знаете почему эти люди оказываются в тюрьмах? 제소자들은 특별한 생각 하나가 있어요. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, есть женщина, взятая их прелюбодеяний. Как вы думаете, почему она прелюбодействовала? Потому что были похотливые мысли. Если я спрашиваю, все говорят так. Но на самом деле это неправильный ответ. Ведь не все, у которых появляются похотливые мысли, прелюбодействуют. В то время у иудеев был закон Моисея, по которому, если женщина прелюбодействует, ее побьют камнями до смерти. Даже если появляются похотливые мысли, никто не будет рисковать своей жизнью. Самая большая причина, по которой она прелюбодействовала, заключается в том, что она считала себя правой и верила, что ее мысли праведные. Другими словами, она думала, что если я вот так вот так сделаю, меня не поймают. Прелюбодействовать не те, у которых появляются похотливые мысли, а те, которые уверены, что не попадутся. Те, которые совершили преступление, у всех есть одна мысль. Вот если я так сворую, я не попадусь. Все знают, что за ворство сажают. Кто будет воровать? Те, которые играют в азартные игры, у них есть одна мысль, которая ведет их. Как вы думаете, они играют в азартные игры для того, чтобы потерять деньги или чтобы выиграть деньги? Конечно, чтобы выиграть. Они хотят выиграть деньги, им нравится это. Они думают, если я вот так сделаю, я смогу выиграть. Но теряют. А, но они не думают о том, что вот в прошлый раз мне казалось, что я выиграю, я проиграл. А им кажется, что вот в этот раз я выиграю. Снова теряют. Но хотят выиграть же. Поэтому им кажется, что вот в этот раз они точно выиграют. Так многие люди теряют все имущество свое. Это касается тех, которые воруют или преубодействуют. Люди, если будут помнить, что за ворство сажают в тюрьму, никто не будет воровать. Но те, которые совершают воровство, они думают, что вот так вот меня не поймают. Но в конце концов их арестовывают за воровство. А знаете, о чем они думают в тюрьме? Почему же я оказался в тюрьме? Они начинают разбирать. А, я оставил отпечатки пальцев. Вот я дурак. В следующий раз я буду в перчатках воровать, тогда меня никто не поймает. Снова воруют, снова арестовывают. Они думают, почему же в этот раз меня поймали? А меня поймали, потому что я пришел, когда они пришли с а, работы. Я не знал, когда они вернутся после работы. Им кажется, что в следующий раз они не попадутся и снова воруют. Это приходят же в тюрьму. Естественно, в тюрьме невозможно воровать. Но Когда отпускают на свободу, они говорят, все, я мол руки. Но потом появляется мысль, вот так меня не поймают. Но сама мысль о том, что если мы с вором нас не поймают, она ошибочная. Ведь никто не хочет пойти в тюрьму. Если он думает, что он попадет в тюрьму, он не будет воровать. Но ему кажется, что его не поймают. Ему кажется, что он сможет легко увернуться. Любодействуют те, которые считают, что даже если если они будут прелюбодействовать они не попадутся если люди будут точно знать о себе они не будут воровать они не будут согрешать но те люди которые верят в себя они считают что они не попадутся поэтому воруют те люди, которые не знают о себе, создают многие проблемы. Раз попался, второй раз попался, тогда уже надо думать, а, я могу снова попасться. Так должен узнать о себе. Более мудрый человек. Он понимает до того, как его арестовали и не ворует. А глупый человек оказывается в тюрьме, потом выходит на свободу, потом снова ворует и оказывается снова в тюрьме. Здесь есть самарянка. <решение> Эта женщина встретилась с Иисусом у колодца, и они беседуют друг с другом. Иисус путешествовал, потом, утрудившись, он сел у колодца. Ученики пошли в город купить пищи. Иисус находился один, и эта женщина подошла почерпнуть воды. Иисус сказал, «Дай мне пить». Так начинается беседа между Иисусом и этой женщиной. Она видит, что Иисус — это иудей. Самария — это была столица Израиля. В те годы в Израиле было очень много воинов. А также был, Израиль был окружен разными странами. Сириане, филисимляне, Вавилония. И было очень много воинов. И так при жизни Давида израильтяне захватили все соседние страны. Но впоследствии они проиграли войну и потеряли свою страну. 이스라엘 나라 수도 사마리아를 점령한 뒤에 이스라엘 나라 수도 사마리 점령한 뒤에 이제 이스라엘 백성들 서로 모여서 то боясь о том, что израильтяне могут снова сплотиться и напасть, чтобы создать людей со смешанной кровью, жителей Самарии перевозили в другую страну, а людей из других стран привозили в Самарию. Так, естественным образом, в столице Израиля появились люди со смешанной кровью. Но поскольку иудеи очень важно относятся к крови, поэтому к самарянам они относились как к животным. Они не ели вместе, они не беседовали. Ничего они совместно не делали. А тут Иисус просит у женщины из Самарии воды. Эта женщина удивилась и посмотрела на него и сказала, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня у самарянки? Так начинается беседа между Иисусом и этой женщиной. Иисус сказал, если бы ты знала, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Эта женщина посмотрела на Иисуса, а Иисусу нечем даже почерпнуть. Сам просил ведь изначально воды, а сейчас говорит, что даст воду живую. Конечно, ей было непонятно. Как такое может быть? И она сказала, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? И так начинается беседа. Они говорили о разных вещах. Иисус говорит одно. Всякий пьющий воду сил, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать во век. <турс> Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Когда вам говорят такие слова, первая мысль, которая приходит, <турс> как вы думаете, какая? Ой, где это есть вода, которая сделает, что ты не будешь жаждать вовек? Разве вода может стать источником воды? Быть такого не может. Это невозможно. Наверное, эта женщина могла сказать и так. Но проблема заключается в том, что она не сказала эти слова. Что же она сказала? Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Здесь мы увидим особенность человека. Нет человек, который с рождения бы знал корейский или английский язык. Без ничего мы начинаем нашу жизнь. Изучаем письменность, изучение пения, изучаем, как вести жизнь. И постепенно нам кажется, что мы особенные люди, когда человек оценивается в 100 баллов, этот человек, если даст себе ну, 150 баллов, было бы неплохо. Но человек, который оценивается в 100 баллов, думает о себе, что он стоит 400 или 500 баллов. А кто-то дает 10 тысяч баллов даже. Если вы достойны 100 баллов, если вы себя оцениваете 200-300 баллов, то на самом деле можно жить. Но если вы, которые стоите 100 баллов, будете давать себе 10 тысяч или 200 тысяч баллов, то с таким человеком невозможно вести беседу. И такие люди изолируются в себе. Они всегда чувствуют одиночество. Они не разговаривают с другими. И каждый раз, когда такой человек принимает решение, он создает проблему. И поэтому люди закрывают сердце. Давайте мы поговорим об этой женщине. Она сказала, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Тогда Иисус сказал, пойди и позови мужа твоего. Но она сказала, я не имею мужа. Это Иисус сказал. Правильно ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей. Но и тот, который сейчас, не муж тебе. Эта женщина увидела, что Иисус очень точно знает о ней, хотя они только что встретились. Эта женщина развелась с пятым мужем и живет с шестым человеком. Конечно, порой, когда живут люди, они разводятся. Порой бывает, что мужья умирают. Но те люди, которые разводятся, Самое сложное для них это то, что они думают, я особенный. Когда они думают, что они особенные, мужья кажутся маленькими. А когда муж кажется маленьким, знаете, когда это еще терпимо, тогда люди могут терпеть и жить вместе. Если женщине некуда пойти, она будет терпеть. Но также мужья не хотят, чтобы к ним так относились, поэтому они разводятся. Муж и жена любили друг друга, жили вместе. Если у них единое сердце, из-за чего им разводиться? Однако сердца расходятся. Жена должна настраивать свое сердце перед мужем. Муж должен настроить свое сердце перед женой, тогда у них будет единое сердце. Но когда жена считает себя особенной, или муж считает себя особенным, Постепенно жена причиняет рану мужу Какой муж будет терпеть такую жену, скажите? Конечно, сегодня есть люди, которые просто вынуждены, поэтому живут вместе Но причина разводов сегодня именно заключается в этом Жена сильно пренебрегает мужа И муж пренебрегает супругу. Супругой. Они терпят, терпят, потом в конце концов разводятся. Хотя они супруги. Но когда жена пренебрегает мужем, она не думает, что она пренебрегает мужем. Она считает это естественно. Мой муж и такой, он же разочаровал меня. Что мне делать? Вот так начинает она думать. И эта женщина вела такую жизнь. Один раз поменяла мужа. На самом деле после развода найти снова мужчину и жениться не просто. Она поменяла мужа второй раз, третий раз поменяла, четвертый раз поменяла, пятый раз поменяла мужа. Как вы думаете, кто хочет так жить? Пока все это происходило с нею. Она думает, почему же он меня оставил? Я же такая особенная. Но он оставляет меня. Наверное, у меня также есть недостатки. И постепенно она начинает менять себя. Блудный сын думал, что он добьется успеха, но ушел из дома отца и все потерял. Когда люди сталкиваются с подобными ситуациями, они становятся скромными и с низким сердцем. Эта женщина поменяла мужа пять раз. Вы представляете, как ей было тяжело? Она начинает замечать свои недостатки, хотя сначала считала, что хорошее. Но такой меня оставили мужчины. И постепенно ее сердце становится смиренным. Бог больше всего не любит людей, которые считают себя особенными. Знаете, до 19 лет я думал, что я особенный. Знаете, человек не должен быть особенным, чтобы считать себя особенным. Многие люди, ничего не имеющие, считают себя особенными. В 19 лет я жил как глупый человек. Хотя я был никем, но я себя считал неплохим. Я считал, что я особенный. И мой 19 лет я все потерял. Бог возлюбил меня для того, чтобы показать, что у меня нет ничего хорошего. Господь в моей жизни допустил страдания, позволил испытать крах и сделал, чтобы люди пренебрегали мною. И когда я обнаружил, что я не особенный, когда я обнаружил, что я не умный, когда я увидел, что у меня есть недостатки, когда я увидел, что у меня ничего нет, когда я обнаружил эту истину, что удивительно, я мог соединиться с сердцем Иисуса. Когда я думаю об этом, мне кажется, что все это приснилось. Если бы у меня не было этих болей, страданий, испытаний, я бы всю жизнь считал бы себя особенным и умер бы тихой смертью но господь бог возлюбил меня он показал насколько я немощный человек насколько я глупый человек насколько я высокомерный человек очень подробно Бог все это показал мне. И поскольку я знаю себя, когда я точно узнал, насколько я слабый, немощный человек, мне было легко соединиться с сердцем Иисуса когда я читаю Библию был с моя жизнь начала меняться Иисус начал жить во мне и действовать это было удивительно несколько дней назад я был в городе Ангдонг. В Андуне есть один брат, который занимается выращиванием яблок. В прошлом году мы ездили к нему собирать яблоки. Мы и купили яблоки, он также подарил яблок, и мы их вкусно поели в церкви. В этом году, когда приближался праздник урожая, во время свадьбы пастора Пагенджу, венчание мы проводили в городе Куми. И вместе с нами поехал посол из Фиджи. Он сказал, я хочу путешествовать по Корее. И когда я ездил по регионам, я брал его с собой. Мы ездили с ним на поле дыни в Сонгджу. Жители этого района так обрадовались и говорили, чтобы я часто брал его с собой. 추석에 제가 구미를 가면서. 그다음빠이 구미. 이 대산인데 이번에 한국에 좀 익숙하지 않으니까좀좀 사과 따는 일을 하려고. 했어요 그래 작년에 우리가 사과 따던 거기에 나는 뭐 사과 따갈 마음이 없었는데. У меня не было особенного желания ехать собирать яблоки, но специально для посла мы приготовили такую программу. Я позвонил ему, но говорят, что яблок уже нет, все собрали. Сказали, что остались только летние яблоки, а осенние закончились. Когда пастор в андоне он узнал другого человека, который сказал, пастор, приезжайте, у нас еще есть яблоки. Мы с сотрудниками посольства решили поехать туда собирать яблоки. Когда мы собрались ехать? Вдруг позвонили послу из Фиджи, и он не смог поехать вместе с нами. Поэтому я не поехал туда. Я попросил прощения, что не смог поехать. А в этот раз, снимая документальный фильм, мы решили поехать туда. 너무, 너무 за что я был благодарен. Пять лет тому назад я был у них. Как же я попал к ним? Мы решили тогда, что проведем в одном месте церемонию открытия церкви, потом переночуем в Андунг и проведем вечернее собрание, а утром пойдем в силу Мы ехали с братьями миссионерской школы, поэтому мы ехали с Андунга до Сиула вместе. Наверное, в Чондунг мы провели церемонию открытия церкви, и в 5 часов дня я посетил несколько другие церкви. На автобусе мы хотели поехать в Андунг, а потом утром поехать из Андунга до Сиула. Но пастор Андонской церкви подошел ко мне. И сказал пастор, у нас одна сестра живет здесь в горах. Дорога хорошая, проложена туда. Но она живет в горах. Ее муж болеет. Вы бы не могли бы с ними пообщаться. Я сказал, хорошо, поехали. И сестра ехала на своей машине, а мы ехали на другой машине за нею. Но гора была очень опасной. Сестра же очень хорошо могла передвигаться по горе. Ее муж — человек овощ. Они так любили гору, они познакомились однажды на горе и так женились. Они не верили в Иисуса. Но эта сестра встретила нашу церковь и уверовала в Бога. И она очень радовалась. И каждое воскресенье она ехала до Андонг и ходила в церковь. Ее муж говорил, зачем тебе ехать до Андога? Он устраивал гонения и запрещал ей ходить в церковь. Но она все равно ходила в церковь. Однажды у нее собрались братья и сестры, и они проводили собрание. Ее муж настолько разгневался, что начал наливать кипяток на гостей. Но слава богу, никто не получил ожог. Но были такие гонения. Но прошло несколько дней, ее муж ехал на тракторе, и трактор покатился. И представляете, в этой горе еле-еле спасли ему жизнь. Но он был человеком овощу. Другими словами, он не мог двигаться. На следующий день Супруга проснулась очень рано утром и сказал, давай помоемся. Она скупала мужа, одела новую одежду, положила на кровать и сказала, дорогой, мне нужно ехать в город Чонцонг. Пастор Супак там будет проводить церемонию открытия церкви, а потом будет проезжать через наш город. Я, конечно, не обещаю, но может быть он сможет приехать к нам. Ты, пожалуйста, жди нас. И так рано утром эта сестра вышла из дома. Она сказала, пришла в Чонзо, участвовала на собрании. И вечером мы приехали к ним. Ее муж не мог совсем двигаться. Я раньше жил очень темной жизнью. Но по милости Иисуса Христа я получил прошение грехов. Я счастлив, став пастором. Я был таким злым человеком. Но сейчас через Евангелие люди получают спасение. Люди через меня получают исцеление. За это я был благодарен Богу. Поэтому по возможности я всегда молился, когда меня просили. Я сел напротив этого человека. Я передавал слово два часа. Ее муж получил прощение грехов и получил спасение. Потом я возложил руку на голову его и помолился. Ну, он поправился и стал здоровым. Когда я поехал к нему в этот раз, он на инвалидной коляске, раньше он даже не мог двигаться, не мог самостоятельно ходить в туалет. Но сейчас на электронном инвалидной коляске ездит по горе. В этот раз мы провели собрание у них. Потом, знаете, что было? Моя дочь позвонила из Америки. Она позвонила мне с хора. И мы с ними беседовали. Вдруг этот брат, увидев мою дочь, он сказал, ой, здравствуйте, директор хора. Пожалуйста, приезжайте в Андол с хором. Дирижер был удивлен. И они спели два произведения специально для него. И он был так счастлив за это. Я снова молился перед тем, уйти оттуда. Сейчас пальцы немножко затвердели, и они не могут двигаться. Я просил, чтобы Бог исцелил его, чтобы он мог ходить, писать. Их атмосфера поменялась. Дом, в котором была тьма, стала чистой. Хорошо посадили яблоки. Они начали рассказывать. Он специально получал образование для того, чтобы выращивать яблоки. Что делает, когда яблоня не дает яблоки? Одинаковое дерево, но иногда дает яблоки, иногда не дает. Так и люди, так и у яблонь есть такое. Раньше детей женили в 15-16 лет, правильно? Потому что родители хотели увидеть потомков до своей смерти. То же самое яблоко. Например, есть хурма. Если насекомые начинают есть эту хурму, тогда это дерево считает, что она скоро умрет. Чтобы поскорее созреть. Эта хурма начинает созревать. Мой знакомый занимается выращиванием винограда. Когда появляются плоды, он начинает чистить кожуру и оставляет немного. Когда виноград на лысы кажется, что умрет, чтобы поскорее дать плодов, делать чтобы плоды быстро созрели и на неделю, на 10 дней дает плоды раньше, чем другие. И так он получает большие деньги. Я спросил, как ты так делаешь? Когда дерево чувствует смерть, чтобы оставить побольше семена, дает много плодов. Дереву, которое не дает плоды, используя проволоку, начинает мучить это дерево.

Эти супруги начали любить друг друга, пережить друг друга. Я ничем не помог им. Но они подарили мне целую коробку яблок. И также вместе радовались и приглашали хор. Они не могли скрыть радость. Раньше, когда они жили во тьме, когда они ругались друг с другом, я слышал, как они жили. Когда ее муж упал на тракторе, и стал инвалидом. Его супруга так заботилась о нем. Он увидел, как его супруга изменилась. И когда я приехал к ним, он уже открыл душу передо мною и услышал Евангелие и получил спасение. В этот раз, когда я был у них в гостях, мы собрали много яблок, так также они подарили нам яблоки. И они были счастливы. Когда я смотрю на этих супругов, мне становится хорошо. Он долго лежал в постели. Его спина начала гнить, из-за чего сильно мучился. Но все в лекарства, которые прописал ему преступник Хуан, и он исцелился. Сейчас у него есть некоторые проблемы с пальцами рук и ног. Но сейчас он используя электронную инвалидную коляску, он работает. И я думаю, что дальше станет лучше. Хочется, чтобы его пальцы снова заработали все изменилось в их жизни. Чтобы измениться, надо принять. Но тот, который считает себя особенным, принимает только то, что ему понятно. А если ему непонятно, он отвергает. Эта самарянка поменяла пять раз мужа. И за это время ее сердце очень сильно страдало и мучилось. Все ее было разрушено. Когда ее сердце было разрушено, тогда появляется благодарность. Четвертое царство. Есть жена сына пророческого. Ее муж умер. Когда ее муж умер. Она вышла из дома пророка. Она хотела заработать большие деньги и хорошо воспитать сыновей. Она не была заинтересована духовной жизнью. Она вышла замуж, но ее муж верил в Бога. Поэтому он начал учиться у пророка, но ей это совсем не нравилось. Когда ее муж умер, у нее не было причины оставаться там. Она вышла из дома пророка, хотела хорошо воспитать сыновей, начала заниматься бизнесом, но не получилось. И так начали накапливаться долги. У нее не было способа закрыть долг. Взаимодатели пришли и сказали, женщина, вы должны платить. Пожалуйста, дайте еще месяц. Дайте, пожалуйста, еще два месяца. Несколько раз она просила у них. Взаимодатели, они подумали, у этой женщины мы не сможем получить деньги. Когда ее муж умер. Если бы она потерпела бы успех, если бы у них было большое имущество, тогда ей не нужно было бы ломать душу. Она бы считала себя особенной. Но когда она осталась в долгах, взаимодатели хотят забрать ее сыновей и продать в рабство. Ее сыновей, которые были равны ее жизни, хотят сейчас забрать взаимодателей. Какая надежда у нее тогда останется? У нее не было никакого другого способа. Поэтому она пришла к человеку Божьему и рассказала Елисею свою историю. Взаимодатели хотят взять моих детей. Если бы у нее было много денег, она бы не обратилась к пророку. Однако, поскольку ей было тяжело, кроме человека Божьего, никто не может помочь ей. Кроме человека Божьего, она не могла ни на кого уповать. Если бы она жила бы хорошо, зачем ей искать тогда человека Божьего? Она бы продолжала жить своей жизнью. Но ей было очень тяжело. Ей было тяжело из-за того, что сыновей хотят забрать в рабство. Поэтому она пришла к человеку Божьему и рассказала свою ситуацию ему. Человек Божий Елисей сказал, «Что сделать мне тебе? Скажи, что у тебя в доме?» Она сказала, «Нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с Елием». Тогда что сказал пророк Елисей? Пойди и попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих. И наливай масло. Ей было непонятно. Есть один сосуд или. Но нужно собрать много сосудов для этого сосуда ей было непонятно. Однако, поскольку у нее нет другого пути, она слушается гласа Человека Божьего. Вы не представляете, какое это счастье. Когда в 62 году я получил спасение, у меня ничего не было. Поэтому я мог смотреть только на Бога. Если бы на тот момент у меня были деньги, если бы я получал бы зарплату, то, наверное, я бы жил бы без Бога и привык бы к такой жизни. Я поступил в мистерскую школу и получил тренировку. Когда все разъехались, мне некуда было пойти. Поэтому я пошел в Акуктон. У меня было еды всего лишь на 2-3 дня. Но я жил в Акуктоне 9 месяцев. Вы не представляете, как я был счастлив тогда. Люди начали получать спасение. Я видел, как они меняются. Поскольку у меня ничего не было, поскольку у меня не было ничего хорошего в глазах других я людей, я поэтому Иисус начал сиять во мне. Иисус начал менять меня. Я не мог не уповать на Иисуса. Пока я жил 9 месяцев в Акуктуне, до сих пор, мне кажется, что происходили чудеса. Я мог уповать только на Иисуса. Иисус сделал, чтобы я не умер от голода. Он не сделал, чтобы я умер от холода. Он помиловал меня, и я мог прожить в Акуктунге. То же самое было в Чанпали. Пока я жил в я и Акуктонге, Господь Бог помогал мне, и я видел Его руку помощи. В 1965 году, когда я шел служить в армию, когда я поехал служить в армию, офицеры сразу разглядели меня. Главный командующий заметил меня. Ответственные за образование офицеры начали замечать меня. Все командующие начали замечать меня. Если смотреть со стороны, я ничем не отличался от других солдат. Но все офицеры увидели, что я отличаюсь от других солдат. Однажды вот что произошло. Я сказал, здравствуйте, офицер, у меня есть дела к вам. Что случилось? Я хочу провести семинар библейский. А что это за семинар библейский? Вот сейчас у солдат в душе есть пустота. Я же верю в Бога. Я хочу пригласить хорошего проповедника, чтобы наши солдаты слушали Слово. Он спросил, а где ты хочешь проводить? Можно провести в столовой. Там могут собраться тысячи человек. И после ужина я бы хотел провести там собрание. А сколько дней? Четыре дня. Правда? А где будет ночевать гость? Я вот ночую в церкви. Можно поставить кровать, пускай он там ночует. Ой, наверное, для проповедника нужно снять гостиницу. Не, я его хорошо знаю, не нужно. А где он будет питаться? Можно есть солдатами. Нет, так нельзя. Все хорошо, офицер. Может, тебе все хорошо, а мне нет. Пока ты не решишь вопрос питания, ты не приходи ко мне. Я хотел провести библейский семинар. Но я боялся, что если я попрошу, откажутся. Я пригласил проповедника из моих знакомых. Это была не проблема. Он, наоборот, радовался. Однако офицер не давал разрешения. Я начал молиться. Я вспомнил кое-что. Наша часть была в подчинении главной части первого ряда. Но также у нас рядом была часть, где был военный служитель. Я обратился к нему. Честь, я хочу к вам обратиться. Военный пастор, он узнал меня и спросил, «О, вы пришли из тренировочного центра. Пожалуйста, простите меня. У вас нет пастора, поэтому, наверное, не просто. Он спросил, «Вы отвечаете за христианскую деятельность?» Я сказал, «Да, сэр». Он спросил, «А по какому делу вы пришли?» Я сказал, «Я хочу провести семинар». Но офицер не дает мне разрешения. А в чем причина? Офицер говорит, что нельзя гостя кормить военной едой. Согласен с ним. Это так. Я позвоню ему, сказал военный пастор. Наш командующий был старшим лейтенантом.

Здравствуйте, это часть по подготовке солдат. Я вот слышал от солдата Оксупака. Я хотел бы поговорить по поводу семинара. И тогда Офицер объяснил, и военный пастор говорит, да, я слышал обо всем. И говорит, если вы дадите разрешение, тогда я решу эти вопросы. Поскольку военный пастор был высшей должностью, нам дали разрешение провести семинар. Когда я вернулся в свою часть, Тогда офицер начал ругаться, говорит, ты что, политикой тут занимаешься? Я сказал, простите. Военный пастор пригласил меня и проповедника, и мы вместе с ним ужинали. А следующего дня он ел вместе с солдатами. Семинар прошел очень хорошо. Конечно, было очень многое хорошее в моей жизни, но самое счастливое, это было то, что я мог видеть, как несчастные люди становятся через меня счастливыми. Я был счастлив, видя все это. Когда в Акуктунге люди получали спасение, я был счастлив. Когда в Чанг-Пали происходили деяния, я был счастлив. Когда в армии я видел, как солдаты меняются, я был счастлив. После того, как я получил спасение, я хотел трудиться ради Господа. Но я не мог представить, что я стану пастором. По милости Господа Бога, Он дал мне возможность передавать слово. Я думал, что до смерти я буду проповедовать только перед 10 или 20 братьями и сестрами. Господь такому человеку, как я, дал возможность передавать слово по всему миру. Когда я думаю об этом, иногда слезы наворачиваются. Когда я просыпаюсь ночью. Я читаю свидетельства людей, которые получили спасение. Я не знаю, французский, испанский или китайского. Но наши миссионеры, они переводят свидетельства и отправляют мне, и когда я их читаю, я не могу все прочитать, потому что их очень много. В мае во время семинара участвовал 1 миллиард человек на семинаре. А в этот раз слушает почти 2 миллиарда человек слова. Это было сделано не человеком. Есть много выдающихся и умных людей. Я был благодарен, что Бог использует такого некрасивого человека, как я. Жене сыну пророческого Бог убрал все ее хорошее. Дал такую ситуацию, что сыновей хотят забрать в рабство. И Бог сделал, чтобы она уповала на Бога, потому что нет другого пути. Но если вы будете уповать на Господа Бога, потому что нет другого выбора, тогда вам будет тяжело. Тогда, когда у вас еще есть деньги, когда еще материально все хорошо у вас. Не уповайте на деньги. Не уповайте на себя, уповайте на Бога. Это Господь Бог явит безграничную милость свою. Пока я передавал Евангелие, было удивительно то, что Господь Бог использует такого человека, как я. Это было действительно удивительным. Тогда мне стало не жалко отдать свою жизнь Господу. Целый день общаюсь через Библию. Появляются люди, которые получают спасение. Я был впечатлен Богом. Мне кажется, что все это снится. Я такой немощный человек. Да кто я такой, что люди получают спасение через меня? На протяжении одного месяца в сентябре я общался с многими высокопоставленными людьми. Из них были и президенты, и министры, и ректора. Многие люди были. Мы общались через интернет-общение. Когда я общался с президентом из Боливии, я передавал ему слово по Библии. С президентом Уганды мы должны были общаться. Но вдруг у него появились срочные дела, поэтому он не мог лично общаться и послал министра и передал свое сообщение. Президент Кении попросил, чтобы я занимался обучением госслужащих в Кении. То мое образование, которое мы имеем, оно настолько хорошее, что многие страны сегодня хотят приобрести это образование. Сегодня один университет из Уганды попросили, чтобы мы занимались майно образованием в их университете. И попросили, чтобы госслужащие могли учиться через нас в этом университете. Я сказал, что это возможно. Попросили, чтобы 4 ноября я провел первую лекцию. Сегодня по всему миру многие молодые люди не хотят глубоко размышлять. Поэтому многие учебные заведения хотят принимать это образование. Читая наши учебники, они удивляются и говорят, как вы могли об этом додуматься? Я говорю, раньше люди учились через Талмуд, поскольку эта мудрость получена от Библии, она лучше, чем Талмуд. Действительно, молодые люди меняются. Я никто. Но когда Бог открывает путь, когда Он трудится, Бог живет в моей жизни и трудится. Самарянка, она жила по-своему, она считала самой умной и верила в себя, но в своей жизни она поменяла пять раз мужа. Таким образом она обнаружила себя. Почему Бог допускает в нашей жизни страдания? Бог говорит, это не зло. Почему же Он дает нам страдания? Для того, чтобы отпустили мы свои сердца, меня... чтобы мы стали скромными. Когда мы будем верить в Бога, когда мы будем верить в Библию, когда мы будем служить слов слуги Божии, тогда все решится, чтобы благословить Бог порой допускает трудности, дает нам тяжести. Жена сына пророческого. У нее хотели забрать сыновей в рабство. Тогда она поняла, что кроме Бога нет другого пути. С того дня эта жена сына пророческого стала жить, уповая на Бога. Если бы ее муж оставил бы богатое наследие, она стала бы гордой, и она бы не обратилась к Богу. Но поскольку ее муж не оставил наследия, ее сыновые сейчас хотят забрать в рабство. Поэтому она обратилась к человеку Божьему. И тогда она получила больше благословения, чем тогда, когда ее муж был жив. Бог сделал, что она потеряла мужа. Сделал, чтобы она все ее потратила, и то, что Бог сделал, что ее сыновей хотят забрать рабство, Бог допустил не потому, что он не любит ее, потому что он любит, но иначе она не сломает душу, она будет лихомыть относиться к Богу, она будет пренебрегать слугой, она будет пренебрегать церковью, она будет пренебрегать Богом, будет считать себя самой умной, поэтому Бог допустил ей такие вещи. Чтобы ее сердце смирилось. Когда ее сердце стало смиренным, что бы ей ни сказали, она слушается, знает, что у тебя есть дома. Есть сосуд Селия. Пойди к соседям и собери сосуды у них и наливай туда елей. Там совсем немного что-то можно наливать. Хотя ей непонятно. Но по слову человека Божьего она идет и собирает сосуды. И действительно, Бог начинает трудиться. Она закрыла дверь и начала наливать елей. Елей, который был в маленьком сосуде, начинает наполнять большой сосуд. Сын говорит, мама, мама, елей я становлюсь все больше. И женщина удивляется. Бог действует и у такой, как я. Ты помиловал. Ее сердце очень сильно тронуто. Елей наполнил сосуд. Принесите другой сосуд. Да, мама. Сыновья радуются. Она наливает елей. Один сосуд за другим заполняются. Принесите еще сосуд. Ой, мама, сейчас уже нет свободных сосудов. Все они заполнились. Тогда закончился елей. Бог допускает в нашей жизни то, о чем мы не можем даже представить. В мае этого года, когда мы проводили лагерь, многие люди умирали из-за коронавируса. О чем они думают, когда становятся перед смертью? Смогу ли я попасть в Царство Небесное? Многие люди страдают из-за страха, потому что не знают, куда попадут. Я передавал слово 11 часов. Многие телерадиокомпании просто транслировали мои проповеди. И люди, слушая слово, они получили спасение. Многие из них уверовали. Телерадиокомпании благодарили мне. Так телекомпания «Хеджи Вразил из Бразилии. Три раза брали у меня интервью. Они взяли у меня интервью. Начальник отдела увидел как множество комментариев появляется во время моего слова. Он был удивлен. Три раза я давал им интервью. И на третий раз начальник отдела сказал мне, пастор я хочу снять документальный фильм о вас. Я сказал ему, я буду только благодарен что такому человеку, как я, я, я же никто. Но представляете, он взял отпуск на месяц. Две недели нужно быть в карантине в Корее. Поэтому две недели находился в карантине. И на протяжении двух недель он снимал фильм. Мы уже почти все сняли. Я был благодарен Богу. И также режиссеры очень хорошо отнеслись к нам. Мы встретили хороших людей. Когда увидели фотографии, которые они сделали, люди удивлялись. Чем бы мы ни занимались, я видел, как Бог помогает. Если ваш путь будет по сердцу Иисуса, если ваше сердце будет едино сердцем Иисуса, когда сердце Иисуса будет течь в вашем сердце, тогда ваше сердце будет смиренным. Вы почувствуете любовь Господа, которая возлюбила человека, который является никем. И Иисус будет действовать у такого человека. Я благодарю перед Господом Бога. Я был скверным, грязным, злым человеком. Но когда я получил прощение грехов, я был очень благодарен. У меня не было работы, не было денег. Я хотел пожертвовать, но у меня не было денег, чтобы пожертвовать. Хоть что-нибудь хотелось дать Богу. Но мое тело даже было бесполезным. Я решил во имя Господа ремонтировать дома людей. Я думал, что я буду счастлив жить такой жизнью. Я не мог представить, что я стану пастором. Я решил отдать себя Богу. Но по воле Божьей Бог послал мне миссийскую школу. Потом, пока я служил в Андонге, и в и в армии, Господь очень многое сделал в моей жизни. За это я был благодарен Богу. Я видел, как многие люди получают спасение через наш семинар. Это все делаю не я. Бог делает. Теперь я уже в возрасте. Практически нет людей, которые бы передавали бы слово в моем возрасте. Может быть, сейчас только я служу в таком возрасте. Однако Бог живет и действует. Вечером, когда я возвращаюсь домой и сажусь в лифт, чтобы подняться на квартиру, я чувствую большое счастье. Я задаюсь, Господи, почему Ты избрал меня? Ведь было столько хороших друзей, которые были лучше, чем я. Почему именно меня Ты спас? Почему меня Ты поставил слугой своей? Потому что я самый немощный. Потому что я был хуже всех. Иногда я говорю нашим коллегам, служителям, когда мы будем смиренными и низким сердцем, порой люди игнорируют нами, они могут пренебрегать нами, но ничего страшного ведь, ведь Бог действует. Многие люди получили спасение. Сегодня я хочу вам сказать. Даже если вы не стараетесь, чтобы вы были сердцем Божьим, надо смирять ваши сердца. Жена сына пророческого, когда ее сыновей хотели забрать в рабство, она не могла не отпустить свое сердце. Давайте не будем таким образом отпускать наши сердца, как самарянка, как она отпустила свое сердце. Она пять раз поменяла мужа, и только тогда ее сердце стало смиренным. Только тогда она встретила Иисуса. Иисус сказал ей, всякий пьющий воду с ее вожажит опять, а пьющий воду, которую я дам ему, не вожажит вовек ибо эта вода сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Ей было совсем непонятно. Если бы она считала себя особенно, она бы не приняла бы слова Иисуса. Но когда она стала женщиной, которая потерпела крах, она принимает даже такие слова Иисуса. Мудрый человек ломает свое сердце до того, как потерпит крах и соединяется с сердцем Иисуса. Глупый человек же, он потерпит крах и только тогда встречает сердце Иисуса. Не возвышайте ваши сердца смиренным сердцем, даже если вам непонятно. Принимайте слово Иисуса. Всякий пьющий воду с ее опять, а пьющий воду, которую я дам ему, не вожажит два века, ибо она сделается в нем источником воды живой. Конечно, такого быть не может. Но тот, который знает, что он не прав, тот, который знает, что Иисус прав, принимает слово не потому, что это слово подходит ему, даже если непонятно. Хотя кажется, что это чушь, но это слово Господа. Поэтому она приняла. Именно так Бог хочет вести людей. Если мы станем такими людьми Бога, тогда все ваши проблемы будут проблемами Иисуса, и Он будет благословлять вас во всех делах. В моей жизни были разные проблемы и трудности, но Иисус был со мною. Какую проблему я бы не встретил, я видел, как Господь Бог благословляет меня. В 1987 году у меня были проблемы с желудком, в 1999 году были проблемы с сердцем, но Господь явил свою милость. Он урегулировал мое давление. Бог удивительным образом использует меня. Тысячи, десятки тысяч благословений Бог давал мне каждый раз. Сатана порой говорит, чтобы я возвышал свое сердце. Ты же хорошо делаешь. Подними сердце твое. Ты же много евангелизировал. Ты же так трудился. Поднимай сердце. Часто я попадаюсь на этот отман Но потом я отпускаю свое сердце и смотрю на Бога. Дорогие слушатели, перед Святым Богом. У всех у нас должно быть смиренное сердце. Не будем становиться высокомерными. Мы будем помнить, что мы бесполезные люди. Люди, которые согрешили с благодарным сердцем. Давайте отпустим наше сердце перед Богом. Перед другими вы можете возвышать свое сердце. Но как минимум перед Богом вы должны быть смиренными. Вы должны любить Бога. Служите Богу. Живите ради Него. Любите Бога. Тогда Бог вам даст самое большое благословение на свете. Благословение, которое больше, чем прожить тысячи лет. Благословение, которое лучше, чем быть богатым. Благословение, которое лучше, чем быть президентом. И я верю, что Его благословение переполнит вас. Поэтому самое важное, если вы будете правы, вы будете верить только то, с чем вы согласны. Если вы обнаружите, что вы немощные люди, вы будете отвергать ваши мысли и будете принимать Слово Иисуса, тогда вы будете такими, как Иисус. И тогда... Ваша жизнь будет переполнена благословением Господа Бога. Когда мы проводим библейский семинар, многие люди получают прощение грехов. Но также есть те, которые не получают прощения грехов. Они верят, что они особенные. Люди, которые доверяют себе, чем Слово Бога, даже став перед Иисусом, они не смогут получить благословение. Перед Богом мы становимся никем. Отвергаем все свое. Я желаю, чтобы вы так вы верили в Бога. Возвышайте имя Господа. Себя же делайте никчемным. Не нужно отпускать ваше сердце, когда вы окажетесь в такой же ситуации, как эта жена сына Пророческого. Не надо отпускать свое сердце, как эта самарянка, после пяти разводов. Те, у которых есть мужья, благодарите за мужа и отпускайте ваши сердца. И те, у которых есть жены, и живите сердцем перед Богом. Бог очистил не только ваш грех, я верю, что Он добавит в вашей жизни благословений. Давайте помолимся. Святой Господь Бог, Отец наш, мы благодарим Тебя. Женщина-самарянка, когда поменяла пять раз мужа, ее сердце стало смиренным. Тогда она могла соединиться с сердцем Иисуса. Жена сына пророческого имела сердце, которое было дали от Бога. Когда ее муж умер, когда она одолжила деньги, когда потеряла имущество, и когда сыновей хотели забрать в рабство, только тогда она отпустила свое сердце. Господь помилуй каждого из нас, чтобы без испытаний и трудностей мы могли отпустить наши сердца, чтобы у нас было смиренное сердце перед Тобою, чтобы мы следовали за Тобою, Господи, чтобы мы получили Твое благословение, те мы, чтобы получить Твое благословение, позволь, чтобы мы оставили наши мысли, отпустили наши сердца. И приняли в Тебя, Господи, чтобы многие люди освободились от греха, чтобы нашим упрямством мы не потерпели трудности. Помилуй нас, помилуй каждого участника семинара. Мы благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.